На очередном собрании Щелковского объединения садоводов и огородников депутат Московской областной думы Владимир Шапкин вручил его участникам благодарственные письма за активное участие в жизни округа, в частности, за организацию выставки «Дары садов 2023» на празднование Дня города. Вице-президент Союза торгово-промышленная палата городского округа Щелково Московской области Антон Малинин, вошедший в этом году в состав жюри выставки, также вручил благодарственное письмо председателю объединения Анатолию Штоколову. Искренне рад, что вы сразу же откликнулись на наше предложение. На высшем уровне организовали выставку, привлекли садовые товарищества. Я уверен, что в дальнейшем мы будем наверстывать, точнее, увеличивать темпы нашего взаимодействия, проведем еще не одну выставку. И без лишней скромности заявляю, что действительно выставка наших СНТ была практически в парке, ну просто местом притяжения всех горожан. Спасибо вам большое. Участники собрания обсудили ряд важных вопросов, в том числе участие в выборах губернатора Московской области. А присоединившиеся к собранию щелковские госавтоинспекторы призвали жителей СНТ к активному сотрудничеству. Напомнили про важность соблюдения культуры поведения на дорогах, что является лучшей пропагандой безопасного поведения для молодежи. Виктория Мельник, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.